Привет, ребят, стримаши. Хочу рассказать хорошую такую вещь. Появился у меня неограниченный мобильный интернет. Это не для людей. Это продают корпоративные сим-карты. Их вроде можно оформить и на человека физического, как пишут на этих сайтах. Но мне вот попался такой, который какую-то фирму. Я смотрел двух операторов. Вроде как бы у всех четырех есть неограниченный интернет. Но на самом деле там есть, конечно, ограничения. Как для физических лиц точно. Там пишут, что торренты нельзя много качать, йота, ну тот же самый Мегафон, по сути, йота давным-давно закрылась. То есть это вообще я даже не рассматриваю. Действительно, где можно в любое устройство вставлять и качать. Ну, я пока не замечал никаких ограничений. Один месяц я очень активно качал. Там было что ли 50 гигабайт, то ли под 100 гигабайт. У меня не сохранились уже эта статистика. Никакого кабинета у меня есть, но я помню, что вот чуть ли там не под сотню. То есть сотню гигабайт легко можно скачать. Я смотрел двух операторов Ростелеком. У них было 300 рублей в месяц стоил. Такой вот по параметрам. В любое устройство и неограниченное. Торренты, передачи данных. У них был такой тариф. Вроде и сейчас он есть. Но у них скорость маленькая, учтите. И Билайн мне попался. У него скорость повыше. На улице где-то всегда получается около 20, 20 ко мне, 20 от меня. Иногда, конечно, и меньше. Иногда от меня 20 это максимум. В любом месте. Иногда входящая скорость 50 бывает. 50 мегабит ко мне, 20 от меня. Это идеальные условия. Больше я не могу получить. Модем у меня 150 ко мне, 50 от меня. Но уже, конечно, и то хорошо. Такие скорости исходящие хотелось бы, конечно, тоже побольше. Не так, как сейчас. Дома это, естественно, все падает. Если к окошку подойти, то получается около там 10 мегабит туда-сюда. LTE, естественно, только LTE. Потому что исходящая скорость только в LTE нормальная. В третьем поколении вообще никакой. Тариф называется Лазурит 190 рублей. Он работает только в LTE. Но мне и хватает, потому что здесь LTE везде ловится. В пригородах вроде не везде, но мне туда и не нужно. Так что появился интернет мобильный. Его продают разные фирмы. Не одна. У меня, который это Северо-Западный телеком. Как я сказал, там это не какой-то мега какая-то нелегальная штука. Просто как корпоративная сим-карта, она там сотрудникам своим раздает. Либо можно и на себя оформить. Но в одном месте я прочитал, я не пробовал, наверное, можно. Пока руки у меня не доходили. Была у меня сим-карты для разговоров, Билайн, рубль, минута. Потом они все-таки изменили. Через год сделали 2 рубля. Естественно, я перестал ей пользоваться. Никаких тоже у меня кабинетов, по-моему, там не было. Вот. Но мобильный интернет, это удобно. Для физических лиц ничего подобного нету. Цены вы можете сами посмотреть. Последнее, что было у меня, это в Теле2, в котором скорость маленькая и качество услуг очень плохое.
350 рублей, 10 гигабайт. И они кончались. Так, статистика у меня есть за сентябрь. Так, 32 гигабайта. Октябрь 28 гигабайт. А, это ноябрь я показываю. Сейчас. Я специально какие торренты ничего не качал, хотя они качаются, просто, ну, как я буду, в планшете стоит сим-карта, какие там торренты буду качать, там памяти 10 гигабайт на все. Попытаюсь, конечно, я еще и покачать каких-нибудь торрентов, но вот спокойно качается, в среднем 30 гигабайт. Но можно и до 100 гигабайт накачать. Может, потом и будут ограничивать, но я пока физически не мог скачать. Хорошая такая вещь, очень удобно, что мобильный интернет неограниченный. Можно и смотреть, и свои ролики мне нужно загружать. Никого за это благодарить не нужно, потому что операторы зарабатывают. Никакую, каких нагрузок там вы огромных на них не создаете, потому что таких людей не особо много. Опять же, я говорю, надо все время включенным устройство держать. Это зоопарка. Люди просто физически не могут с утра до ночи смотреть и качать. Можно, конечно, в какой-то роутер запихнуть и уже несколько компьютеров раздавать. Но опять же, больше ты не скачаешь, чем у тебя вот эти там в доме получится 10 мегабит туда-сюда. Так что операторы переживут, все это им прибыльно. И было прибыльно, и сейчас прибыльно. А не будет прибыльно, ну пускай тогда закрывают просто свои фирмы. Но они никогда не закроют. Деньжищ у них девать некуда. Я, в общем-то, в других роликах описывал. Здесь я хотел рассказать, если кто не знает. Покупайте такие сим-карты. Конечно, сейчас реальная херня пошла, что мешают продавать. Сим-карты убрали с Авито. Но все равно можно достать. Не так сложно, я думаю. И пользуйтесь интернетом неограниченным. Может, что-то мне расскажете, что я пропустил. Пока что вот так. Такие вот я тарифы нашел. Если хотите, чтобы потестировал что-то, купил какие-то еще сим-карты, ну тогда сами уж покупайте, либо мне оплатите, я потестирую. Вот что у меня было, я все потестировал, все, ролики снял, все везде выложил. Ну, на этом все, пока, ребята. Это был рассказ о действительно неограниченном мобильном интернете, который появился в 2018 году лично у меня. Может, у богачей он и раньше был. Благодарить за это никого не надо. Можете меня поблагодарить.